матче регулярного чемпионата НХЛ Рейнджерс выиграла у Питтсбурга 4-3. На раскатке перед игрой российский нападающий Рейнджерс Павел Бучневич подарил юному фанату клюшку. Малыш в свитере «Северстали» не удержал эмоций и расплакался. Рейнджерс занимает 11-ю строчку Восточной конференции по ИТТСБУРГ. 5-ю. Бучневич провел в сезоне 2017-18 63 игры, забросил 14 шайб и оформил 26 ассистов. Бучневич перешел в Рейнджерс в 2015 году из СКА. Ранее он играл за «Северсталь». Самый спортивный телеграм. Подпишись и будь в теме главных событий.